Коза далеко-далеко стоит. Вот такой животина у нее. Там, наверное, у нее три козленка. Аж спина он прогнута, как тяжело. И она открытая вышла, она на меня стояла, смотрела. Всем здравствуйте. Выбрался я в лес. Давным-давным-давно не был, наверное, недели три, две с половиной точно. Поглядеть, как дела обстоят. Трава, короче, взошла вообще хорошо. В этом году прямо травище. Привязывай, хоть и ворона, и яру. Сытые будут. Видел сейчас одну козочку. Камера у меня ошибку выдала, не записала. Скорее всего, ее. Сейчас пойду, пройдусь по местам, где в прошлом году трофейные козлики жили. Нынче вроде как я весной одного наблюдал из них. Может, удастся заснять, может, нет. Так как не был давно, графика ихнего пока не знаю. Ну и кто куда ушел. Территорию-то они должны уже были поделить. Что получится заснять, то заснимем. Чего нет, то перескажем. Ну все, я пока попер дальше. Времени еще часа два с половиной у меня на блыканье по лесу. Ягод в этом году, кстати, много цветет. Будем ягодки кушать потом. Вот она, козочка. А вон козел рогатый. Убежали. По размерам, в общем, козлик здоровый. А по рогам пока не пойму. В мою сторону вроде движется. Так вот где-то там далеко. Ну, где же ты? Березки впереди молодые. Не сфокусироваться на козла, а на березок настраивается, на березки настраивается. Начинает, похоже, меня запахи улавливать. Ветер почти с левой стороны дует, боковой, но там начинает меняться.
Ну все, в общем, взял тренированный, оказался, убежал. В общем, пойдем поищем другого. Вот такие цветочки красивые. Заметил. Еще группа. Там вон на дальнем крае еще один вправо идет. Который слева, он насколько здоровее, а рога вон какие маленькие. Так, в общем, разворачиваюсь я и иду в другую сторону. Тут я всех разогнал. То этого на голове непонятно, то ли ветка, то ли травина, то ли шкура от рога. Ничего себе, короче, какую красоту в лесу встретил. О, сколько цветов. Так вот тут в лесу бывает. И после пожаров красиво. Еще вот не распустившиеся. Красота, красота. Думал, нынешний козленок, а это оказывается прошлогодний размером, блин, как заяц. У меня шорох здоровее, наверное. Это там уже другие. Этот покрупнее. За ним еще лежит в засаде. Но тоже несерьезные рога. Ну что скажу, косуля есть. Не подались, но это те два, которые один в засаде лежал, другой брат его. Где-то там еще кричит у них впереди. В общем, я тут им всех распугал, ветер. Меня то в одну сторону дует, то в другую. Я тут кругами хожу. В общем, меня тут большинство косуль, которые не видели, те почуяли. И теперь орут во всех сторонах. А те, кто еще не видел и не чуял, понять не могут. Вот так вот, вот ходят, на всех других смотрят. Ну, а я иду дальше. Уже от меня. Еще вижу, на поляне кто-то ходит. Это коза, оказывается. Размеров таких неплохих.
это 102-150 крат сейчас увеличение, метров 700-600, наверное, до туда. Вот так вот, в общем. Там, блин, далеко. Шли вроде в мою сторону. Сейчас уже идут в другую сторону. Есть трофейный козел-то. Попробую выйти маленько. Ветки мешают. Нет, какие-то у них у того и у того не те рога.